смотрите, какую мне дали прелесть подержать. А я вам покажу. Вот какая. Мы будем ее взвешивать, потому что это самая большая, Саш, кисть. Самая длинная, наверное, да? Это я еще подрезал. Ну, подрезал, потому что куст молодой, правильно? Ну, да. Потому что лето плохое. А если бы вот не подрезать еще, тоже же можно вырастить, если куст большой, например? Ну, я пока не стал бы. Ой. На следующий год, может быть. Все, срезаем мы последний наш виноград. Кристалл, кадрянка, силка, маркет я уже съел. Оставляем только рода до заморозков. Там лоза зреет под хорошей, приличной нагрузкой, поэтому за него не переживаю. Обещают похолодание в скором времени, поэтому все срезаем. Виноград сладкий. Да? Очень вкусный. Мы не мерили сахар, но очень сладкий виноград. Ты же не будешь ничего из него делать? Нет, мы съедим. Ура. Мы съедим все. Вот. В принципе, что. Ну не видно кисточку на самом деле. Ты на фоне майки хоть мне ее покажи. Вот какая красавица. Просто загляденье. Так. Штаны у тебя, конечно, рванье несусветное. Все, я их обещаю выбросить. Не обещай, новые не купим. Никто рекламу нашу не смотрит. Да, по всей видимости. Какая камера, штаны у тебя не купить. Да. Так, ладно. Это Августин, попробуй. Меня тут обвинили, что я чавкаю за кадром. Угу. А вот вы при такой красоте попробуйте не чавкать за кадром. Годный? Угу. Есть надежда, да? Но ты сейчас его все съешь. Конечно, съем. Ну не, оставь. Ну все, зилгу мы тоже снимаем. Да? Она, да, сладкая. Тебе понравится. Она и была сладкая. Она, знаешь, такая сочная, мякоти мало. Как, можно сказать, заряд сока в кожуре. А скажи мне, в теплице, которая... А в теплице полный шлак, я... Нет, оно очень вкусненькое, я пощипываю периодически. Ты будешь снимать? Это издевательство, да. Я буду... Можешь съедать его смело, как да? бы мне не нужно, да. Очень хорошо. Да, все. Вот такие. Кстати, мы хотим взвесить, пойдем взвесим. Да, большую кисть мы взвесим. А ты будешь зилгу снимать, показывать? Буду. Хорошо, давай зилгу взвесим. Давай взвесим зилгу. Всю. Давай сначала вот эту взвесим. Кисть одну? Да. На фоне майки мне еще раз покажи ее. Ой, прям приятно смотреть. Ты молодец, Саша. Я знаю. Ну, тогда я больше этого не скажу. $855. Отлично. Давай я рефрактометр возьму быстренько. Так, какую? Сверху? Давай снизу. Сверху. И снизу. И ту, и другую? Угу. Ну, сахара мало, 13. 13? Угу. А сладкий такой? А сладкая, да. А ягодка сладкая была? А я не показал откуда. Давай я покажу. Да ты так всю кисть уже съешь. Он там уже было... До 845 осталось. Тоже 13. Короче, откуда ни сорви, все 13. Посмотри, покажи цвет какой. Сока. На стекле. Видно? Угу. Интересно, да? Как красное вино. Ну, а что, оно есть, да? Ну все, ладно. Сахара мало, но сладкий, потому что, опять-таки, вкус гармоничный из-за того, что малая кислотность в ягоде. И кажется, что сладкий. Хотя сахара маловато, конечно. А зилгу будешь еще раз мерить или нет? Нет, не буду. Нет смысла мерить. Объясню, почему. Вино я делать не буду все равно. Ну и что я намерю? Но для себя я понял, в принципе, что... Нормально, можно вырастить виноград, если благоприятное лето. Вот. А мерить мы уже будем, когда будет какой-то объем приличный, и мы сможем поставить вино, там, чачу и так далее. Все. Зацепилось. На, попробуй. Подойди.
ты уже ешь там. Угу. Ну как? Понравился, нет? Сейчас. Не распробовала. Сашка, вот у него изобильное появляется что-то. Ну, вот. Видишь? Угу. А ты со мной спорила. Какой ты вывод делаешь, что не надо со мной спорить, правильно? Нет, неправильно. Я не делаю таких выводов глубоко идущих. Далеко идущих. Ну чего, вкусный, нет? Угу. Скажи, он стал прям как сок в кожуре, нет? Угу. Мякоти практически нет. Сочный очень, да? Угу. А, нет, мякоть есть. Но ты понимаешь, о чем я говорю, да? Угу. Ну вот каждого сорта бы кустов по 10 нам. Я шучу, папуль. Я вообще думаю, что сокращать надо, потому что... Да не надо, что ты, 60 кустов всего лишь, что сокращать? 60 уже, а 40 там сколько, 47 осталось сортов. А кустов? Кустов где-то так же у меня. Да, надо. У тебя есть по 2. Ну, кристалл, кристалл, а 3 даже, да. А, леопайз зинтерс. Ну, значит, побольше, около 50, да. Так кто прав? Я прав. Угу. Я большой ящик взял. Все, собрали. Да, ящичек ты что-то великоват взял. Ну, я надеялся, что будет больше. Хорошо. Так, давай вот это тоже надо. Уже срежем. Обнуляй миску. 150 грамм. Угу. Кисточки небольшие, они такие должны быть по сорту, да? Да. То есть вот та большая фиолетовая, это какой сорт? Кадрянка. А это столовый. Зилга, да? У нее самый технический больше. Ой-ой-ой-ой. Падает, 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 падает одной рукой. О. Это получается со всего куста, которому сколько? 17-го года он тоже. 19-й нынче, и значит 2 года, да? Это третий год. Урожай на третий год. Ну, 2,5 килограмма. Смотри, как приятно. Здорово, слушай, отличный. И заметь, я, видишь, я его нормировал минимально. Ну, как минимально? Нет, нормировал я, да, половину я срезал урожая, и лоза, вот даже за 2,5 килограммами, вы видели, как вызревает. Mm-hmm. То есть ничего, вопрос во вкусе. Устроит нас вкус теперь или нет? Устроит нас вино из этого винограда или нет? Но это уже в следующем году. В этом мы вино не будем делать. Все на этом. Теперь, в принципе, виноград мы собрали. Что у нас по винограду, наверное, будет еще укрытие, покажу. И уже до следующего сезона с виноградом закончим. Всего лишь 2 месяца и черенки пошли. Да, все на этом. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, смотрите рекламу, но пасаран.